Чем уникален этот отель? Тем, что нигде вы не найдете, сколько он звезд. Тем, что здесь на ресепшн работают только мужчины. Девушки тоже есть, но они-то днем работают. Так, всем привет! Приехали мы в самый крутой отель Ташкента. Не пугай людей. Заселяемся сейчас 4 ночи. Вот. Чем уникален этот отель? Тем, что нигде вы не найдете, сколько он звезд. Правильно я говорю? Так, вот смотрим спа прайс. Все круто. Чем отличаются отели Узбекистана от всех других мировых отелей? Тем, что здесь на ресепшн работают только мужчины. Девушки тоже есть, но они-то днем работают. А, ну круто. С утра приходи. Спасибо, значит. Вот первый факт, который мы опровергаем, то, что работают только мужчины работают на ресепшн, они работают только ночью. Днем можно увидеть прекрасных девушек. Ну что, ребята, не разуваясь, снимаем обзор номера в отеле Inspira в Ташкенте. Так, ну что, погнали, смотрим. Я только с вами зашел. Так, вешалки. 1, 4, 8 штук. Что здесь есть? Так, сейф. Дополнительная подушка, полочки, тапочки. 2 штуки тапочек, это мои чемоданы. Так, что здесь за приветственный набор? Кофеек, отлично, водичка, стаканчики. Это обычные стаканы, кофейные чашки, ложки, большой телевизор. Так, сколько дюймов? Ну, примерно, наверное, где-то либо около 40, либо 50. Так, пульт, лампа, здоровенная кровать. Слушайте, ну, очень большая, где-то 1.80 м на 2 м. Телефон. Слушайте, ну, вот такой вот номер. Довольно интересный дизайн. Ну, видно, новый отель. Так, зайдем, посмотрим, что там в ванной. Смотрите, какие выключатели. Так, оп, что-то включили мы, оп. Ну, вот круто. Все такое белое, мраморное. Ой, сколько всего интересного. Все в подарок. А вон еще и душ-гели, наборы. Слушайте, ну круто. Мы довольны. Привет, мы в Ташкенте, ура!